Окей, ребятки, привет, я Дима, мы с вами продолжаем проходить вторую готику. Пошел дождь, представляете? Динамическая смена дня и ночи и динамическая смена погоды. Кайфота. На то время, вы представляете, этим до сих пор игры хвалятся. Сам вот в нашей игре то-то есть. А это было уже и тогда. И хвалиться тут нечем. Но это очень круто. Очень круто. Я хочу осмотреть место за этим торговцем, и потом мы пойдем в город, потому что мы свое здесь уже нас собирали. А еще мне нужно узнать, сколько мне там до следующего уровня. 510 опыта, и будет следующий уровень, и мы сможем с вами спокойно, со спокойной душой... Мотыку можно стабилизить. Со спокойной душой сможем... Ух ты. Со спокойной душой сможем вкачивать себе умение добывать шкуры. Давай, иди сюда. Следующую нужно. Ссылка норм заходит, да? Давай, иди сюда. Я вижу парня из дополнения, по-моему. О, нормально. Единственное, что стрелы скоро закончатся, у меня их осталось всего 4. Нечего взять. К сожалению, пока что. Сохраняемся на первое наше сохранение. Да, это парень из дополнения. Из Ночь Ворона. Грег. И ты. Подойди-ка сюда. В чем дело? Ты идешь в город? У тебя там дела? Послушай, ты выглядишь сообразительным парнем. Уверен, ты в жизни далеко пойдешь. Ты не дурак, я вижу это по твоим глазам. Наверняка ты хочешь заработать пригоршню золотых монет, не так ли? Ты от кого-то прячешься? Нет, конечно нет. Что за абсурд? Мне просто нравится стоять среди деревьев, так мне ветер не дует в лицо. Но давай лучше поговорим о тебе. Ты берешь работу? Посмотрим. Я бы хотел вам пожелать приятного аппетита, ребят, хорошего настроения. Усаживайтесь поудобнее, да, я знаю, мы уже начали игру. Но я что-то в последнее время забываю, поэтому исправляюсь сейчас. Довольно болтать, говори, чего ты хочешь. Вот видишь, это именно то, что я имею в виду. Одни красивые слова никуда тебя не приведут. Я знал, что имею дело с настоящим деловым человеком. И уж наверняка этот деловой человек не откажется от небольшого вознаграждения. Ладно, почему бы и нет? Ты должен простить невежественного старого моряка. Я чужой в ваших краях и не знаю местных законов. Поэтому мне пришлось на своей шкуре испытать, как стражники встречают в этом городе простых путников. И вот теперь мне нужно попасть в город. А я не знаю, как это сделать. В городе у меня чрезвычайно важное дело. Мой клиент не потерпит задержки даже на день. Ты же поможешь мне пройти мимо стражников, правда? Если честно, понятия не имею, как мне это сделать. У меня был бы пропуск, если бы я согласился помочь торговцу, но я отказался. Насчет городских стражников? Да? У тебя есть мысль? Они пропустят тебя, если на тебе будет одежда крестьянина. Они пропустят тебя? Если на тебе будет одежда крестьянина. Это как раз то, что мне нужно. Я знал, что могу на тебя положиться. Твою приятель. Мать. Если я что, я буду их? Одет как местный деревенский мужлан, никто не будет обращать на меня внимания. Отлично! Вот твоя награда. Что? Жалкие 50 монет? Да ты, должно быть, шутишь. Золото — это не самое важное на свете, друг мой. Возьми пока то, что я тебе предлагаю. У меня есть предчувствие, что мы скоро встретимся снова. И кто знает, может быть, у меня будет возможность отплатить тебе услугой за услугу. Береги себя.
Что ж, ребят, я чувствую себя кинутым нахер, потому что я нехило так пропахал для того, чтобы у меня была эта одежда. А пропуск... Я отказался от пропуска. И теперь я не знаю, как мне попасть в город. Я, конечно, могу загрузиться, но мне нравится вот этот новый вызов. Интересно. Мне действительно нравится этот вызов, хорошо. Я думал, будет очень просто, но оказалось, это не так. Может быть, сейчас можно вернуться к торговцу и сказать, что, слушай, чувак, я тут подумал, может, все-таки я сделаю твое задание. Ну-ка, давай попробуем. Нет. Покажи мне свои товары. Выбирай. Представляешь, нет. У него больше ничего нельзя. Мне нужно идти. Как знаешь. Ах, Кантар. А может быть тебя убить попробовать? Ну ты меня, наверное, убьешь. Слушай, мне реально нравится это. То, что вот так вот все усложнилось. Прям по кайфу. Ладно, хорошо, я даже сохранюсь. Давай попробую подраться. Ты пожалеешь об этом. Сука, понятно. Даже не один удар я труп. Нападать на меня. Нет, реально его убить, наверное. Реально, но... Я тут буду очень долго мучиться с этим. К сожалению, день рождения только раз в году. Я вспоминаю то, что мне говорил... я забыл его имя. Забыл его имя. В общем, тот парень из... из первой части. Забыл его имя, да. Который, в общем, нас обучил владению оружием, помог убить бандитов. Он говорил о том, что сюда можно пробраться еще каким-то способом. Сейчас будем пытаться сделать это. Что? Тебе туда нельзя. Почему? От таких оборванцев, как ты, одни проблемы. В городе и так хватает всякого сброда. Нам не нужны люди, у которых нет денег. Я пришел, чтобы вступить в ополчение. Да ты что? Попробуй рассказать эту сказку у других ворот. Может, они купятся на нее. Черт. Ну, можно, конечно, сатен дать ему, да, но... Нет. Я понял, он меня не пустит. Тоже не пустишь, да? В чем дело? Послушай, мы не можем пропустить тебя в город. Но я дам тебе совет. И совершенно бесплатно. Держись подальше от этого леса впереди. Там бродят полчища ужасных монстров. Я понял тебя, понял. Ладно, пойдем в обход. Будем искать этот самый интереснейший проход, да? А что нам остается? Нас нехило так накрутили... О, ржавый меч. Накрутили на одном месте. Ну-ка. Ржавый меч требует силы 30, хотя урона у него столько же. А тут еще волчий нож улучшение владения оружием делает, поэтому я его использовать не буду, этот ржавый меч, естественно. Интересно, слушай, для меня сейчас произошло что-то, чего я не ожидал и чего у меня никогда не было. Ядрёно, сраные крысы. Меня загрызли сраные крысы. Охренеть. Ты прикинь, сохранился я последний раз только возле торговца. Ядрическая батарейка, что ж делать-то теперь, а? Говорили мне, что Ночь Ворона, еще давно говорили, что Ночь Ворона, она посложнее будет. Ну, знаешь, вот здесь я сам виноват, я лоханулся с этим пропуском, надо было соглашаться и тут отдавать, наверное, пропуск, а самому в крестьянской одежде идти дальше. Но не тут-то было. Странненько, в общем, все это получилось. Странненько. Сраные крысы. Прикинь. Золото у меня 250 монет. Хватит, конечно, на подкуп, но я не хочу их тратить на подкуп. Что же делать-то, а? Что? Давай тебе побазарим. Туда нельзя. Почему? От таких в городе. Мне нужно увидеть главу паладинов. У меня важное сообщение для него. Ох, и что это за важное сообщение? Ого, смотри.
Силы зла собираются в долине Хариниса. В долине рудников? Ты пришел оттуда? Ты видел там армию? Я знаю, что ее ведут драконы. Меня послал человек, который видел их. Я был в долине Хариниса, я видел там гигантских драконов. Обманем. Да, я был в долине Хариниса. Я видел там гигантских драконов. Ты лжешь? Проход в долину закрыт с обеих сторон? Никто не пройдет там. Убирайся отсюда! Собака. В чем дело? Послушай, но я там... Держи! Так, ладно, сохранимся. Значит, тут наверху крысы, да? Еще с оружием наперевес нельзя собирать вещи, которые могут попасться тут. Они тут, естественно, попадутся. Я бы хотел согреть этих крыс и прибежать к стражникам, пусть воюют. Можно? Во-во-во-во, по-моему, идут. Да-да-да-да-да-да-да, идут. Идут, валим отсюда. Я лучше с мечом наперевес. Пацан Тре, помоги! Ребят, помогите, а? От крыс помогите избавиться. Иди сюда, грязная тварь. Вот так, да, спасибо. Иди, помоги мне. Тревога! Эй, я его прикончу. Красавчик, спасибо. Я за это опыта не получу, конечно. Хера ли тут поделаешь? Можно разок жахнуть и побежать. И тогда опыт мой. По идее. Здесь где-то вторая должна быть крыса. Я знаю, ты тут, вон она. Ну-ка, иди сюда. Ух! Сам убил, нормально, можно и так, ладно. Согласен. Тут на помощь придет похлебка. Фух. Суровый мир, суровый край. Класс. Неимоверная улыбка души, я кайфую. Ржавый топор. У меня их два теперь, хорошо. Ну что, получится ли залезть туда, куда надо? О, молот. А что за... Вот он, смотри. Молот, наверное, инструмент, да, для кузнеца. Кочерга, пила, это все, по идее, нужно для того, чтобы использовать вещи. То есть пила, чтобы пилить. Станки, допустим, использовать. Хотя вот смотри, кочерга идет как оружие. Так, подожди. Спуск в долину. Я полагаю, что в этой долине меня быстренько на кусочки-то чик-чик и порежут. Не хочется мне спускаться туда. Может быть, я поверху как-то смогу пройти? Давай посмотрим. Наверняка справа от стражника будет проход. Может быть, тогда что-то получится сделать. Либо уж совсем, если гнилое это дело, то по левой стороне пойдем. Но по левой там, по-моему, еще сложнее. Ё-моё, как же так можно было попасть, Дима, ну? Как же так можно было попасть? Это пипец просто. Смотри. А, нет, хотел багом воспользоваться, чтобы допрыгнуть. Ух ты, и золотая монета тут валяется. Да, видишь, здесь есть возможность забраться. Опа! Ништяк. Круто. Пища рудокопов очень полезное растение.
О, смотри, кого слышно. Если все будет по-другому. Оп-оп, прошли. Отлично. Пока все хорошо. Есть ли тут проход? Вот что меня интересует. Получится ли нам избежать спуска в долину вниз? Ну, пока получается. Ох, звук такой стрёмный. С той стороны. Ну смотри-ка, здесь какой-то спуск, там волки. Ходят, надо сохраняться, аккуратней быть. Тут всякое опасно. А это, наверное, проход с левой стороны, если бы мы проходили. Но там другие ворота. Ладно, давай спускаться. Ух, огненный корень. Насколько я помню, вещь полезная. Ты спустишься? Вон там волк еще один. Здесь помимо волков есть еще и варги. Более опасные враги, чем волки. Более жирные, более злые ребята. Ух, болотная трава растет. Нужным людям можно нормально так загнать, вроде как. Вот, смотри, эта тропа в ту сторону. Она как раз вот вела к указателю, который мы видели. Эй, не так быстро. Прогуливаться здесь одному довольно опасно. Откуда ты идешь? Ну как, я с одной из ферм. С одной из ферм. Правду будем говорить. Ты фермер, да? Тогда тебе не стоит бродить по этим опасным тропам совсем одному. Кто знает, что там может поджидать тебя. А что такого опасного здесь? Много чего. Ну, например, бандиты. Они только и ждут, когда к ним в лапы попадет кто-нибудь вроде тебя. А если тебя не поймают бандиты, то дикие животные из леса или наемники, которые шляются вокруг, позаботятся о тебе. Так что постарайся сначала хотя бы добыть приличные доспехи. Без них тут нечего делать. Я уверен, что ты прибежишь за помощью ко мне, не успев даже дойти до следующего поворота этой дороги. Может и так. Предположим, я обращусь к тебе за помощью. Ну, предположим, я обращусь к тебе за помощью. Сколько это будет мне стоить? Я всего лишь скромный слуга короля. И мне не к лицу обирать беззащитных граждан нашего королевства. Но знаешь, если уж ты так ставишь вопрос, то я бы не отказался от небольшой финансовой помощи. Это укрепит наши будущие деловые отношения. 10 золотых будет достаточно для начала. Что скажешь? Для начала. Ну что, ладно, почему бы и нет, вот твои 10 монет. Почему бы и нет? Вот твои 10 монет. Потрясающе. Если тебе понадобится моя помощь, ты знаешь, где найти меня. Не вопрос. Но будь так любезен. Не отвлекай меня по всяким пустякам. Я не выношу этого. Ты слышишь? Ты слышишь? Я слышу. Репетур, слышу. Ну, пойдем. Мухи кровавые. По одному. Твою мать, убили. Очень надеялся, что я хотя бы в одну попаду. Очень на это надеялся. Так, а может пустят? Стой! Да? Ты похож на нищего. В этом городе нам не нужны люди, у которых нет денег. Ты бесишь. Как дела? Проходи, я на посту. А, ну проходи, то есть, да? У тебя со слухом все в порядке. Еще один шаг, и ты познакомишься с моим мечом. Так, ну твой же напарник сказал, проходи. Я и подумал, что можно, борзый какой. Эй! Мне нужна помощь. Мне нужна твоя помощь. Ну, если это так необходимо, что случилось? На меня напали монстры. На меня напали монстры. Но я не вижу никаких монстров. Я думаю, тебе померещилось. Ты что, дурной? Сука, дурной. Сейчас я тебе их привезу.
соберу все грибы, которые тут есть. Может быть, чего еще найду. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля, летит, 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 летите. Мика! Иди сюда, подлая тварь. Получай! А, блин. Еще одним монстром меньше. Даже несмотря на то, что я ее ударил, опыта я за это не получил. Поэтому в следующий раз лучше просто... Вот, он летит за мной. В следующий раз лучше просто не драться. Мика! Почему мне помогают все, но не ты? Иди сюда, подлая тварь. Получай! Вот еще одним монстром меньше. Спасибо, Мика. Хлеба поем. Водички. Можно все это дело шлифануть черным грибочком, что ли? Винцом. А, так, да. Слышь, ну ништяк. Но я не хочу этого волка убивать, пока у меня нет навыка нужного. Таверна, маяк. Вот, мне нужен маяк. Проход от маяка вроде должен быть. Так что мы пойдем к маяку. Единственное, конечно, хотелось бы... А, ну вот, все. По врагу прошли, считай. Вдоль стены можно пройти и посмотреть, что тут. А на маяк наверх надо идти. Ого, здравствуйте. Лодка перевернутая, крысы ходят. Крысы — злостные наши враги. Еще проблема моего кинжала в том, что он короткий. Очень короткий. Стрела — это, конечно, хорошо. Стрела мне поможет. Огненная крапива — тоже хорошо. Вот это падла бежит сюда. Ну-ка, пойди сюда, ты где? Бузина. Эх ты ж, ядрить, башмак. Да, Дима. Прям чувствую, насколько я здесь нулевый. Прям всем нутром своим ощущаю это. Насколько только можно быть нулевым тут, настолько я здесь и нулевый. Давай-ка попробую сверху. Там еще и мясной жук, зараза. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Мика, у меня был план, я его придерживался, но что-то пошло не так, Мика. Мика! Ой, бузина, надо будет забрать ее. Мика, мне нужно это мясо, Мика, срочно. Они убегли. Убегли. Давай, 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 давай. Вану с этой крысы. Раз. Сейчас умру. Сейчас умру. Блин, обычную рыбу съел. Надо было грибочком, да. А так, ништяк. Всю ману слил тоже на это дело. Просто на ману мне плевать. В данном случае. Так что почему нет, да?
Так, а я бузину здесь взял, нет? Нет, вот она. Что ж, значит, маяк, и воспользуемся советом, попробуем забраться через него. Незаконно, конечно. Что тут поделаешь? Давай, давай, ты первая побежишь, ну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, я не знаю, как открепляться. Вот, открепился. Из боя выходить не знаю. Стрелы закончились. Все, они тоже ушли. Ну ладно. По-моему, это наш халявный опыт. Все, отлично. И плюс мясо жука с них можно подобрать. Оно такое уже 10 здоровья дает. Уже же хорошо, правильно? В общем, знаешь что? Сюда лучше не идти, там дальше вообще полная задница. В этом плане, так что давай-ка, давай-ка уходить. Давай-ка уходить. Пошли к маяку. На данном этапе это наш единственный шанс. Ну, если не считать коммерческой возможности зайти в город, то это наш единственный шанс. Кажется, здесь я и умру. Иди нахер от меня, иди нахер. Нахер. Ну-ка, спасите меня, спасите, спасите. Сука, вы же не в меня стреляете? Вы что, в меня стреляете? Ёпта. В натуре в меня стреляете? Офигеть. Про вас-то я и не подумал. Я совсем забыл о том, что бандиты здесь кучат. Совершенно забыл. Понятно все. Кажется, вариант с маяком отменяется. Может пойти в таверну тогда? Попробовать заработать. Получить опыт. Не знаю, как мне это поможет. Я полагаю, что можно отправиться сразу к наемникам. Попробовать там начать развиваться. И оттуда получить возможность зайти в город. Ну, в доспехах, по крайней мере. Как человек. Не нищий уже, так скажем. Но, возможно, там на пути нас тоже будет ждать большое количество монстров, которые нам не по зубам. Есть же такая вероятность. В общем, Микки я, наверное, зря заплатил. 10 монет. Господи, вообще практически ничего не помню. Еще и умираю постоянно. Блин, ну сложно, что поделать. Вот с этим коротким ножом сложно. Можно длинную палку взять. Но я ее выкинул. Давай-ка, давай-ка, давай-ка сюда. Да нет же, ну. Тут, когда она выпадает, надо отпрыгивать, как бы, и потом контратаковать. К этому надо приноровиться, потому что дальше мне действительно будет очень сложно, если я этого не сделаю сейчас. Так что начну, пожалуй.
Давайте, великий бомж на охоте. Без стрел это будет пипец. Ага, видишь, такой вариант нормальный. А только когда я начинаю в сторону уходить, сразу я страдать начинаю. Сразу погибаю. Так что отпрыгиваем. Блин, то, что два согрелось плохо. Это, наверное, близко подошел. Сейчас немножко покоцаю эту псину. Я просто хочу уровень тоже за это получить, как бы опыт. То есть не хочу, чтобы он доставался Микки. Давай, 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 давай. Да ё-моё. Сложно, ребят, сложно очень. Сейчас пальцы приноровятся. Дальше просто не легче будет, понимаете? То есть будет, да, сильнее оружие и проще. Может, длиннее меч. Дальше всяко не проще. Поэтому надо сейчас приноровиться. Бегут? Нет, остановились. Надо, чтобы Мика сам среагировал. Давай, 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 давай. Бляха, этот уже бежит. Ты чокнутый, а? Иди сюда, подлая тварь. Да ё-моё, я даже не добежал до них. Ух, каким же ничтожеством я себя тут чувствую. Ух. Стрел вообще нету. Не знаю, может быть, проще будет с кочергой. Хоть и... Хоть и урона меньше буду наносить. Иди сюда, подлая тварь. Да ё-моё, это вообще что? Ну, по-моему, кстати, реально проще. Однако я буду дальше с кинжалом. Очень долго бью. Очень долго. Вот бесит, что вы вдвоем агритесь. Раздражает. Во. Иди сюда, подлая тварь. Еще одна тварь. Понятно. Тут и они мне не помощники, если сразу два волка нападают. Вообще ни разу. Как же меня этот пират наказал, ядрёнский вошь. Да ну что ж ты агришься-то, дядя? Не должен же ты агриться, ну. Иди сюда, подлая тварь. Бляха, ты же не по мне попал? Сука. Но он вынес этого волка, а я свой профит не получил. Я хочу этот опыт. Я уже очень им дрожу сейчас. Так, вот тут вот я сохранюсь, чтобы уже больше не агрить того волка, ладно? Да ё-моё, прикинь, начал блок ставить. Начал блок ставить. Тут если зажата левой кнопкой мыши назад нажимаешь, то блок ставишь. Ох, мои эти упоротые прохождения вернулись. Давай, псина. Понятно. Dark Souls, я же говорю, мой личный Dark Souls. Какие нафиг бладборные соусы, шмолсы, готика. Где каждый волк и крыса может убить, даже не задумываясь вообще. Да нет. Thank you.
Еще одним монстром меньше. Опыта не дали. Может, опыта дадут за то, что я его убью именно. Типа добью. Даже не знаю. Может и такое остаться. Ладно, следующего волка я должен сам убить. Иначе я так и останусь, блин. 370, мне осталось чуть-чуть. 230 опыта буквально, и все. Сохранюсь, но его нафиг дальше мучиться. До таверны дойдем, там посмотрим. Так мне кажется, что у таверны тоже меня какой-то подвох ждет. Пугает меня волк этим своим. Я сразу начинаю отпрыгивать. Отпрыгивать надо только в тот момент, когда он бьет. Начинает бить, надо отпрыгивать. И вот эти прыжки в бок меня пугают. Чувствуете, как у меня на этом факеле просто все разрывается? Ух. Там еще один волк, ты прикинь. Просто помню, как потом они легко пойдут. Фу. Как же они потом легко пойдут, и мне нужно будет выискивать волков, убивать их ради шкуры. Поэтому я вот сейчас вот страдаю от того, что я зря это все сделал. Мысленно я прям такой, нет, зачем я это сделал? Так, можно сделать вот так. Можно сделать вот так. Вот, все. И хватит таким образом еще на одного. 170 опыта нужно еще. Еще один волк, это еще 60 опыта. И это все потраченные шкуры. Ё-моё, не то нажал. Так тоже по боку можно ходить, в принципе. Так, по-моему, сложнее контролировать его. Да ядрить башмак, что же я нажимаю, это не то. Нажимаю блок зачем-то. Объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь, для чего я это делаю. Давай, я чувствую, что рядом уже таверна. Сука, задело, падла. Задело таким. Все, манса закончилась. Можно опять было, опять же, загрузиться. Не хочу, я вас и так сильно напрягаю. Сильно напрягаю. Наверняка. Таверна слева, если что. Здесь мы проходили, вот там вот сверху. Таверна с той стороны. Этот указатель, он, по-моему, как раз и говорит, что там таверна. Ёб твою. Ну давай. Понятно. Кажется, я совсем
раздосадованный, скоро вернусь просто к стражникам, заплачу сатен, пройду внутрь и буду печалиться уже о том, что я потратил скольких волков, грубо говоря, потому что там будет квест на 10 шкур. А я тут убиваю этих волков просто так, получается. Так, знаешь что? Придется сейчас втопить. Втопить так серьезненько, пробежаться. В надежде на то, что от нас отстанут. И не отвлекаясь ни на кого, вот ни на кого вот такого вот. О, ништяк. Слушай, смотри. Тяжелый сук, значит, появился. Я сохранюсь и пойду попробую убить крыс. В 3 раза меньше урона у меня будет, да, но... Палка длинная зато. Ну и за этим вот добром заодно спустимся. Вот в таком я тупике, ребят, да. Все из-за своих выборов. Да, гораздо проще. Гораздо проще. Так, а где вторая? Вот она. Куда убежала? Ну, чуть-чуть меня покоцало. Надо отдать ей должное. Чуть-чуть таки покоцало. Хорошо. Оставлю столько пока. Фу. Да, с палкой мне как-то получше. С кинжалом можно на людей, там сразу хороший урон. В ближнем бою. Хотя и то, на людей тоже как бы не пойдешь. Нужен длинный меч тут. Поэтому я говорю, возможно, все-таки я буду с двуручкой, черт его знает. Так, наверное, тут. А там что? Там маяк. Ну, это как бы не та таверна, где я наемником буду. Сразу говорю. Она чуть дальше. Это для меня, я пока что вижу, как выход. Игил, подожди, привет. Подожди минутку. Чё новенького? В чем дело? Давно я уже не видел чужака на нашей земле, который не хотел бы ободрать нас как липку. Надеюсь, я не ошибаюсь в тебе. Я Игил, а этот чудак вон там мой брат Эним. И как идет работа? Как идет работа в поле? Отлично. Если бы только эти мерзкие полевые хищники не портили наш урожай. Почему вы ничего не делаете с этими полевыми хищниками? Ты шутишь. С тех пор, как я работаю на этой ферме, я убил их столько, что уже сбился со счета. Но на место убитых приходят новые. Понятно. Есть у них тут проблема, короче. С братом поговорю, Энимом. Эй, ты! Эй, ты! Кто ты? Меня зовут Эним. Я работаю здесь. А коротышка вон там. Мой брат Игил. Мы работаем здесь, на ферме Акила. Уже несколько лет. Как идет работа? Ты хочешь помочь? Тут есть еще одна мотыга. Бери ее и выходи в поле. Нужно только быть осторожным, чтобы полевые хищники не подкрались к тебе незаметно. Они сожрут тебя, даже моргнуть не успеешь. Почему вы ничего не делаете с этими полевыми хищниками? Я убил их столько, что уже сбился со счета. Но проблема в том, что на место убитых приходят новые. Твой брат сказал мне то же самое. Что? Этот трус? Да он всегда исчезает, как только эти твари хотя бы приблизятся к нашей земле. Ему не стоит нести такую чушь.
Короче, мне кажется, что они вдвоем ни хера не делают. Никого не убивают. Есть у меня такое подозрение. Я просто не помню уже, что тут действительно с ними, поэтому мы с вами в равных условиях. Если из вас есть кто-то, кто не помнит, конечно, я к ним обращаюсь именно сейчас. Ему стоило лучше подумать. Все в порядке. Как только кто-нибудь здесь скажет неверное слово, начнется танец смерти. Так что будь осторожнее, или резни не миновать. Ты будешь участвовать в схватке? Я не останусь в стороне, когда начнется драка. Но я также не собираюсь провоцировать ее. Я понял тебя логично и разумненько. Эй! Эти головорезы угрожают моему мужу. Мы простые граждане Харениса, преданные королю. А эти наемники хотят ограбить нас. Ну не стой же здесь. Сделай что-нибудь. Помоги нам. И почему я не слышал об этом раньше? Вот к этим наемникам я и хочу пойти. Альварес, Акил, Эндарго. У тебя какие-то проблемы? Нет, все в порядке. Тебе лучше уйти сейчас. Ты в этом уверен? Да, все в порядке. Ты... Я сейчас не могу говорить с тобой. На очке сидит на диком сыре. Рэндальф такой подошел. Я тут, если что, пацан. Что бы ни привело тебя сюда, тебе лучше забыть об этом и убраться подальше. Интересно. Эй, мужик, ты что, заблудился? Возвращайся на свое поле и дергай репу. Ну, понятно. Вот у меня без того проблем не хватает. У меня нет времени на это. Из-под тишка. Ну, я разорву тебя на пустом. И валим. И умираем. Все очень просто. Они очень быстрые, двуручка их. Блин, на самом деле не шибко много получается наносит. Как... Я бы не доверял тому, кто тебя... Я разорву тебя. Пацаны, мне тут помощь нужна. С Альваресом помогите. Тупой ублюдок. Вот и все. Вот, видишь, молодцы. Я вам просто как... Слава Иносу. Я уж думал, мне конец. Меня зовут Акил. Я фермер на этом маленьком клочке земли. Я думаю, что лучше кто эти люди? Это оружие. Наемники с фермы Онора. Эти ублюдки только и знают, что грабить и убивать. Я боялся худшего. Слава Иносу, до этого не дошло. Скажи мне, что я могу сделать для тебя? Одежды крестьянина нет, случайно? Ладно, золото не буду брать. Я просто рад, что у тебя теперь все в порядке. Ничего. Я просто рад, что у тебя теперь все в порядке. Ты настоящий друг. Да хранит тебя Инос на твоем пути. Угу. Что эти наемники хотели от тебя? Ты этого не знаешь? Их нанял Онор, лендлорд. Они охраняют его ферму и собирают ренту для него. Это означает, что они ходят с фермы на ферму и забирают то, что им больше нравится. А те, кто не могут платить, рискуют расстаться с жизнью. Ты знаешь здешние места? Конечно. Что ты хочешь узнать? А что там в лесу за твоей фермой? Там бродят монстры, и волки еще самые безобидные из них. Также говорят, что там устроили себе логово бандиты. Ну, хотя бы они не трогают мою ферму. Как мне найти ферму Онора? Спустись по каменной лестнице вон там, а дальше иди по дороге на восток. По пути тебе встретится таверна. От нее иди дальше на восток, пока не выйдешь на большое поле. Вот там-то эти наемники и живут. Что это за таверна к востоку отсюда? Спроси об этом Рэндальфа. Он знает о ней лучше меня. Он бывал там несколько раз. Я ну что ж, спасибо. Пока. Всегда рад буду помочь чем-нибудь. Давай. Ох,
шпага. И, конечно же, бабло. Все это заберу себе. А этого Альвареса уже обокрали. Забрали оружие его. Рэндальф. Серый, блин. Все в порядке. Рэндальф, да, черный, я в порядке. Этот Альварес становился все наглее и наглее с каждым днем. Хорошо, что все кончилось. Отчего я не отказался бы сейчас, так это от стаканчика хорошего вина в таверне. Ты ведь не здешний, да? Я пришел с Южных островов. Когда-то ходили глашатые и объявляли, что на Харинисе нужны люди, чтобы добывать магическую руду. Но когда я приехал сюда, они возвели этот огромный барьер. И мне расхотелось идти туда, поэтому я начал работать в порту. Затем сюда перестали заплывать корабли, и я пошел работать на Акила. У меня была работа и похуже. Сейчас еще ничего. Ты бываешь в таверне? Бывал, но больше я не могу позволить себе ходить туда. А что там происходит в таверне? Там проводят азартные игры. Двое состязаются друг с другом. Тот, кто может выпить больше пива, побеждает. В последнее время я только проигрывал, и теперь у меня совсем не осталось денег. Так себе игра. С кем ты соревновался? С Рухром, этим старым бездельником. Он всегда побеждал меня. Но у меня есть подозрение, что эта грязная свинья все время подмешивала в мое пиво джин. Я думаю, он держит джин в своем чертовом сундуке. Вот подлец. Кто-нибудь должен подменить джин в его сундуке на воду. Тогда он может подливать ее в мое пиво сколько хочет. Если бы только у меня были деньги, чтобы сразиться с ним еще раз. Ну, я тебя понял, короче, Рэндальф. Нужна вода, нужен джин. Все это у меня есть, и я могу помочь этим людям. И это хорошо. А еще я получил уровень, это тоже здорово. Я должен идти. Пока. Всегда рад буду помочь чем-нибудь. Фу, но в целом мне нужно поесть. Можно как-нибудь, может быть, еду вашей... Блин, что за фигня? Жены, может быть, еду взять? Эй! Идти. С тобой все в порядке? Да, я в порядке, спасибо. Почему вы не противостоите тирании Анара? Для фермеров, живущих у города, это имеет смысл. Им лучше быть на стороне ополчения, чем полагаться на наемников Анара. С другой стороны, есть Бенгар и Сокоп, которые скорее откажутся от своих ферм, чем будут работать на короля. Где находятся фермы Бенгара и Сокопа? Неподалеку от фермы Лендлорда. Иди на восток отсюда, и ты найдешь их. А вы не думали о том, чтобы уехать отсюда? Не так-то просто уехать из этой части страны. Вся эта земля окружена стеной высоких непроходимых гор. Выбраться отсюда можно только через долину рудников или через гавань города, так как мы не можем позволить себе купить место на корабле. А долина рудников — это место, откуда не возвращаются. Мы вынуждены оставаться здесь. Что ты знаешь о проходе? Сама я там никогда не была. Но я знаю, что он где-то неподалеку от фермы Бенгара, на высокогорных пастбищах. Береги своего мужа. Я стараюсь изо всех сил. Похлебки не видать. Видать, похлебки не видать. Что в сундучке у вас? Эх. Так, кстати говоря, ну-ка посмотрим. 30. Вот здесь для шпаги ловкость нужна, двадцаточка. Но я, наверное, все-таки буду не ловкость качать. Хотя ловкость позволит быстро лупасить. Чух-чух-чух. Так что, может быть, все-таки ловкость нужна. 20 ловкости все-таки лучше, чем... чем сила. Ох, даже не знаю. Хотел быть тяжеловесом таким. Не, наверное, силу все-таки буду качать. Двуручкой. Я просто, я помню, играл все время одноручкой и ловким таким. Поэтому, может быть, все-таки в двуручку пойти, в силу, чтобы еще новее для себя что-то найти. Вот, но в любом случае, я буду с вами на этом прощаться. Такая серия получилась, где я нехило настрадался. Дальше мы пойдем на восток, к ферме Анара.
примкнем к бандитам, к наемникам. Потому что именно так у нас появится возможность стать охотником на драконов. Там ничего нет. Вот, но будем совестливыми бандитами, так скажем, постараемся. А пока что всем спасибо за просмотр и всем пока от такого безымянного бомжа. Удачи. А, кстати, покушать забыл. Совсем-совсем забыл поесть. Все, теперь точно пока.